Хорошее начало, половина дела. Привет, я Даша, мне пришла посылочка от Ифраше. Давненько их не было. Та-дам! Но прежде чем ее открыть и показать, что лежит внутри, небольшая рекламная пауза. Мне ее прислали на обзор, книгу, которая даже еще нет в продаже. Так что на следующее видео, на следующей неделе ждем о ней видео в продажу, как мне сказал автор. Она появится в конце следующей недели. И давайте смотреть. У меня посылку. Вообще, на самом деле, здесь для меня ничего нет. Все пойдет на подарки, все заказано другим людям, потому что сейчас наступает эпоха, период, когда у всех дни рождения. Новый год скоро, да, я принадлежу тем людям, что-то мне в правый глаз попало. Я принадлежу тем людям, которые предпочитают делать дела заблаговременно, а не в последнюю минуту. Вот, так что 2 месяца до Нового года, и я сочла, что пора, а то потом будет гололед, потом будет холодно, и не прикольно. Мне пришли 3 бутылька вот таких. Здесь 2 жидких мыла Avios Bio и из этой же серии кремушек для ручник. Вот так вот. Потом в подарок пришла вот такая косметичка с парфюмированными всякостями внутри. Это... Я же не сурганусь на этом языке. Ну, в общем, момент части вот на русский. Так это выглядит без упаковки. И внутри у нас... Она так на молнии. Запачкается сразу быстро, наверное. Так и дюхари. Парфюмированный кремушек для тела. И гелюшек для тела. Все, разумеется, с одинаковым ароматом. Это, знаете, кому подарю. Только никому не говорите. Маме. И этот аромат очень нравится. Он такой, знаете, в нем есть такая какая-то сладость, какая-то редкость. И как это все это так причудливо сочетается, что неплохо играет на человеке, который курит. Вот мама всегда говорила, что она не пользуется духами, потому что ей кажется, что с ароматом, так сказать, сигарет это мало сочетаемо. Вот. Ну, а тут случайно выяснилось, что вот именно вот этот аромат, он в момент части, он хорошо сочетается. Далее у нас тут гель для душа цитрусовый цветок из серии «Утро в саду». Так вот он выглядит. Пахнет сейчас. Мы оценим, как он пахнет. Цитрусовые почти не ощущаются, пахнет чем-то таким мягко-цветочным. Ну, и даже какая-то есть вот некая сладость. Такой, я бы даже сказала, немножко такой томный аромат, очень тонкий. Взяла также скраб для ручек. Это у нас масло-эксфолиант для рук. Вот тут, я не знаю, вам видно, нет? Оно вот даже, вот тут пузырь плавает, вот видно, что какое-то, ну, там все мягкое такое, что-то там плавает, так вот, как желе. Наверное, не видно. Вот, надо будет себе тоже такое заказать. Я, правда, не пробовала, но я могу хотя бы понюхать. Плавать не могу, понюхать могу. Пахнет, пробовали этот антибактериальный гель для рук SOS Ifraché? Пахнет похоже, но гораздо, гораздо мягче. Там-то в сосе там вообще очень такой насыщенный аромат апельсина, цитруса. А тут такой прям очень-очень-очень мягкий, очень деликатный. Вот такая
туалетная водичка, изделие Плетер Натюр, то у нас лесная земляника. Мне кажется, все ее знают, все ее любят, все ее обожают. Еще мне в подарок прислали какой-то пробник, который смотрится вот таким образом в упаковке. Написано: сыворотка возрождения молодости с натуральными растительными клетками, квинтэссенция уникальных свойств ухода гаммы Anti-H Global, которая работает против основных признаков старения кожи. Отдам маме. Не на праздники, просто так. Вот только выну, чтобы показать. Вот такой тюбик. Буквально здесь, по-моему, 5, да, миллилитров. Не могу найти объем, но думаю 5 или 3 или что-то такое. Он такой с карантиком. Наверное, не видно, да? Ничем не пахнет, как мне кажется. И еще мне прислали в подарок. Это я, наверное, себе оставлю. Сейчас покажу. Оно вот в таком мешочке. Вот и мешочек обернут такой бумагой. И тут фигня какая-то. Это две подвески в виде сердечек. Идея такова, что один кулон будет у тебя, один у кого-то еще. Кто тебе дорог, там, ну, не обязательно молодой человек, вряд ли молодой человек будет носить кулон сердца. Вот, ну, может, там подружки или еще кому-нибудь. Вот такие два кулончика. Один голубой такой, синий. Ой, слушайте, прям как в «Титанике». На белом шнурочке, а такой наоборот, он такой белый, но на синем шнурочке зато. И тут на шнурах есть такой, ну как, что это, проба, я не знаю. Вот такая, видно что-нибудь, кому-нибудь. Ну, что я вам хочу сказать. Шнурочки оставляют желать лучшего. На фотографии это гораздо лучше смотрелось. Даже надену. Если смогу, нет, не смогу. О, я похожа, знаете, вот на эту девочку из «Бесконечной истории» из экранизации, которая принцесса там. Вот. Кстати, в этом месяце прочитала я «Бесконечную историю». Круто, да? Ну-ка, если оба надеть, я вообще, наверное, буду очень странно смотреться. Я уже дурачусь. О! Да, это была вся посылка. И очень странно выгляжу, очень смешно, мне кажется. Так и буду ходить на работу особенно. Да. Шучу, конечно. Вот. Не стесняйтесь быть необычными. Пока.